Экскурсию для представителей территориальных органов самоуправления провел Игорь Филимонов. Филимонов Игорь Николаевич, руководитель муниципальной службы спасения города-курорта Анапа, депутат городского совета. Круглосуточное наблюдение и консультации. Специалисты центра первыми узнают о происшествиях в городе, прогнозируют развитие погодных условий и предотвращают бедствия. Предприятие у нас многопрофильное, в том виде, в котором вы его сейчас, мы его сейчас вам представляем, оно создано в 2005 году, то есть у нас практически будет скоро день рождения. Дополнительно работают два отделения – пожарно-спасательное – 30 человек и пост в поселке Виноградном, и аварийно-спасательное – 26 спасателей контролируют порядок и безопасность. Подразделение спасателей дополнительно сформировано в станице Благовещенской. Здание получило вторую жизнь после капитального ремонта. До этого 20 лет наводило тоску и больше напоминало графские развалины. Сегодня центр в прямом смысле – центр безопасности Анапы. Функционально здесь находится три блока. Это так называемый блок безопасного города, блок мониторинга систем жизнеобеспечения и, собственно говоря, ситуационный центр главы. Планы эвакуации зданий, подвоз воды жителям, угрозы и профилактика подтоплений. Специалисты многофункционального центра выполняют задачи жизнеобеспечения анапчан и обеспечивают безопасность в городе. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа регион.